1415 новых знаков установят в ближайшие дни на дорогах приморской столицы. Знаки «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Уступи дорогу» и многие другие появятся во всех районах Владивостока. Основное внимание уделят пешеходным переходам. Здесь предусмотрены указатели с высокой интенсивной светоотражающей пленкой. Акцент ведется на знаки третьего типа размера, то есть они обладают более высокой степенью светоотражения, что позволит водителям, особенно в ночное время, замечать пешеходов и своевременно останавливаться. Новые дорожные знаки появятся на улицах Баляева, Ватутина, Гоголя, Луговой, проспектах Столетия Владивостока и Красного Знамени и многих других. В планы специалистов вошли 74 улицы города. Подрядчики уже приступили к монтажу стоек и установке самих знаков. В частности, на Народном проспекте, где ведутся работы по замене асфальта и леерных ограждений, появится 20 новых указателей. В основном вся работа ведется ночью. Это бурение, это установка знаков уже на существующие столбики и на те столбики, которые мы поставили днем ранее. Это делается для того, чтобы не перегружать и без того нагруженную дорожную сеть. Днем у нас бетонирование, в связи с тем, что завод работает только днем, и установка столбиков. Специалисты рассчитывают, что новые дорожные знаки и разметка позволят снизить число дорожно-транспортных происшествий и обезопасят пешеходов при пересечении проезжей части. При этом изменение схемы движения транспорта во Владивостоке не планируется, а работы по установке новых знаков должны завершить до 20 ноября. Олег Завьялов, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.